православный календарь. Седмица 14 по Пятидесятнице. 20 сентября, понедельник. Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. День мученика Сазонта. Двадцать первое сентября, вторник. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Двадцать второе сентября, среда. День постный. По празднеству Рождества Пресвятой Богородицы. День праведных Бога Отец Иоакима и Анны. 23 сентября, четверг. Собор Липецких святых. 24 сентября, пятница. День постный. День преподобного Силуана Афонского. 25 сентября, суббота. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. День священномученика Автонома и епископа Италийского. 26 сентября, воскресенье. Память обновления, освящения. Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Воскресение славущее. православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!